В прошлом году на реках Ямала в период ледостава зафиксировано 10 чрезвычайных случаев, в результате которых погибло 10 человек. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города приняли решение о запрете выхода людей и выезда транспортных средств на поверхность водных объектов в период ледостава. Управление по делам ДВЧС организовало патрулирование с привлечением сотрудников отдела Министерства внутренних дел мест возможного выхода, выезда на поверхность водных объектов. В Губкинском запрет начал действовать с 1 ноября текущего года. За его нарушение предусмотрен административный штраф. Ограничение будет действовать, пока лед не окрепнет. За нарушение данного запрета граждане, физические и юридические лица привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, в виде штрафа от 500 до 1000 рублей. Также на заседании обсудили состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в городе. В сентябре этого года была произведена проверка, в ходе которой выявлено, что некоторые источники, как в жилом секторе, так и на промышленной зоне, находятся в неудовлетворительном состоянии. Замечание ответственным структурам поручено устранить в ближайшие сроки. Елена Хильдинис, Гонцов, Денис Гимп, новости Губкинского.